Гриф! Гриф, жук! Давай рядом. У Невской коллеги подбивают щеки. Наши борьбы. Тихо! Не здоровье. Были споры, дебаты, кому и как, так сказать. Но все-таки мы пришли к обоюдному мнению и судить и первые, и вторые, и третьи места. Итак, по порядку. Лыжные гонки. Мужчины. Первое место. Кузьмин Олег Петрович. Второе место. Пряхин Дима, да? Третье место. Я понял, его отец Пряхин Володя. Женщины, первое место. Кузьмина Катя. Второе место. Эльдер Наташа пошла последней. Но... Третье место. Киселева. Дети. Лыжный гон. Первое место. Витякова Настя. Тушка. Второе место. Игранов Дима. Третье место. Сабирьянов. Тандемский. Не падали. Шли. Падали, но шли. Падали, но шли. Финал такой. Первое место. Я не знаю, это семейно считаю. Нет, Александрова, Антон и Настя. Второе место. Хотите, я знаю, что это отец и сын Кузьмины, Катя и Олег. Третье место. Сражковы Наталья Николаевна. Тандемский, дети, первое место, Пыхов Николай и Киселев. Второе место, Рязанов Макаев. Тандем, дети, третье место, Сабирьянов Александрова. Самые сильные мужчины, кто думаете у нас? Шарунья Сажоба, правильно. И кто капитан? Быка. Быка Михаил Сергеевич. Да. Выходи. Второе место мужчины Карабаш. Третье место Галюнинов. Самые сильные женщины по канату, кто думаете? Правильно, капитан. Второе место. Трудовые резервы. Александрова. Третьего места не было, остаются с вами. Канат, дети. Первое место. Лесорубы. Первое место. Команда «Солнышко». Второе место. Дети, школьное листичество. Быков Данил. Давайте.
самый смелый, самый быстрый оказался Пыхов, среди мужчин, Пыхов Денис. Второе место, Бондаренко Николай. Женщины, полкадров, первое место. Традиционно, постоянно, на протяжении 10 лет занимает то, тренируешься, Танюха, да? Молодец! У нее дома газа нет. Одное место женщины Александрова. Третье место. Стародубцева Наташа. Полкадров. У нас не было в плане, но мы все-таки решили судьи, что надо вручить Алоле дети. Первое место. Пыхов Николай. Второе место. Осахов Борис. Третье место. Пыхов Данил. В начале нашего дня мы не думали, что будут рыбаки. Но они нашлись рыбаки. Три человека. Первое место, которое поймал 7 штук, оказался Киселев Алексей. А где рыба-то? А рыба-то где? Съели. Не верим! А щиты на 7 штучек. Одну рыбку поймал и занял второе место Чурсин Сергей. Ну и третье место, судьи долго спорили, ни одной рыбки не поймал, но участвовал Астахов Борис. Будьте там, кто там быстро будет. Самый устойчивый, кто, думаете, оказался на буме среди мужчин? Быков Михаил. Тоже тренируется, тоже! А непобедимым ест много! Зарплату упали! Третье место, Пыхов! Первое место, на буме самой устойчивой женщины оказалась кто? Вандышева! Второе место женщины Пыхова. Третье место женщины Разуменко. Первое место Пыхова. Второе место Астахов. Третье место Рязанов. Судьи долго спорили, так сказать, все-таки пришли к выводу, что самый маленький человек сейчас-то у нас на лыжне. Жуков Кирилл. Мы его выручаем. Как вы думаете, первое место кто занял? Первое место лесорубы. Второе место команда трудовые резервы. Те, которые подводились по...
сделали на нашей кухне. Поели прекрасные пельмени, прекрасные чебуреки, попили чай. Поэтому судьи приготовили нашим работникам, значит, Оксане, обедник. Я всем говорю большое спасибо, что принял участие в нашем день здоровья. Значит, мы, как бы, финальной части нашей, как бы, Баба-Яга должна загореть. Кто у нас все подпугает? Быка! Быка! Здравия!